В Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор» дали старт 21-му республиканскому сбору юных инспекторов движения «Малая академия дорожных наук». На сбор, который продлится до 1 июня, прибыли 97 детей из разных районов и городов республики. В течение смены они пройдут курс обучения по правилам дорожного движения, оказанию первой медицинской помощи пострадавшему в ДТП, основам самообороны, а в заключении, сдав выпускные экзамены, ребята получат удостоверение «Юный инспектор движения» и продолжат в дальнейшем работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма у себя в районах. Мероприятие проводится традиционное. Победители будут выезжать на всероссийские соревнования «Малая академия дорожных наук». Нынче в этом году выезжает 31-я школа города Якутска. С 1 по 8 число город Ульяновск. Я хочу пожелать всем участникам успехов в обучении и хороших соревнованиях во время проведения.